принимают участие лауреаты международных конкурсов Татьяна Резединова, флейта, Александр Осколков, кларнет, бас-кларнет, Михаил Крутик, скрипка, Илья Карташов, виолончель, Николай Мажара, фортепиано. Музыкальный руководитель проекта Николай Юрьевич Мажара. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читает заслуженный артист Российской Федерации Леонид Мозговой. Так. Следующее произведение. Александр Радвилович. В те дни, когда в садах лицея. Наталья Волкова. Друзья мои, прекрасен наш союз. Михаил Крутик. Мокрый Пушкин. Сергей Осколков. Воды глубокие. Николай Мажаров. Пора, мой друг, пора. Светлана Нестерова. Грузинские танцы. Сюита в трех частях. Все, начинаем. Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулею, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала. Thank you.
прекрасен наш союз. Он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз, куда бы нас ни бросил судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Thank you.
кривой не чижет надо мной, зерно плюет и брижет воду, и песню тешится живой. Люди премудрые тихо живут.
летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Thank you.
черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждении дикой неги, воспоминают прежние дней неотразимые победы, обманы хитрых кунстелей, удары шашек жестоких и меткость неизбежных стрел, и пепел озаренных сел, и ласки пленниц черноокий. Thank you.
терпения. В те дни, когда в садах лицея Александр Радвилович. Друзья мои, прекрасен наш союз. Наталья Волкова. Мокрый Пушкин. Михаил Крутик. Николай Мажар. Грузинские танцы Светлана Нестерова. Еще раз исполнители сегодняшнего концерта. Татьяна Резельдинова. Александр Осколков. Михаил Крутик. Илья Карташов. Руководитель проекта Николай Юрьевич Мажар. Браво! Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читал заслуженный артист России Леонид Мозговой. Соединенных Штатов Америки скрипач Дан Ауэрбах. А во втором отделении будет несколько вокальных циклов. Цикл Бориса Ивановича Тищенко на стихи Цветаевой, мой вокальный цикл на стихи Набокова Владимира Владимировича и Андрей в исполнении Анны Смирновой. И Андрей Славный, бессменный совершенно участник фестиваля, 23-й раз, он выйдет на сцену и споет цикл Буленко, как называется? «Жар и холод». Так что завтра ждем вас в этом зале. Спасибо большое.